Янчук Андрей Яковлевич, заместитель главы администрации Анучинского муниципального округа. Губернатор вручил 13 ключей от новых школьных автобусов главам муниципальных образований. Пополнение автопарка особенно актуально для отдаленных населенных пунктов края, где детям приходится ездить на занятия в районные центры. Развозить школьников будут машины марки «Форд» и отечественных производителей. Сколько здесь вмещается? 22. 21. Два рейса или у вас два автобуса? Когда два, когда три делают. Нет, один автобус. Со слов губернатора края, новые автобусы позволяют повысить безопасность и качество образования детей. При этом Олег Кожемяка заострил внимание на низком уровне заработной платы водителей. Я хочу сказать, что на сегодняшний день практически она равна 20 тысячам. Найти нормального водителя за такие деньги невозможно. Безопасность школьников, она состоит из многих факторов. Прежде всего, если на подвозе это надежный автобус, надежный водитель квалифицированный, с выслугой, с категорией. Губернатор поручил главам муниципальных образований увеличить водителям денежное вознаграждение. Через месяц они должны отчитаться, каким способом будет решен вопрос с доплатой. Стоит отметить, что в Приморье на сегодняшний день 312 автобусов возят в образовательные учреждения более 10 тысяч школьников. Алина Черненко, Денис Фадеев, новости на Восьмом.